Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Депутаты из Санкт-Петербурга потребовали, чтобы на федеральном уровне был увеличен штраф для водителей за отсутствие ОСАГО. По мнению парламентариев, 800-рублевое взыскание надо поднять до 5000, 500-рублевое – до 3000 рублей. Обосновывается это тем, что все больше и больше автовладельцев отказываются от оформления автогражданки. Точных данных, сколько водителей сейчас не располагают ОСАГО, нет. По оценкам страховщиков, их доля может достигать и 10, и 15, и 25%. Трасса 101. Lada Niva Travel по итогам ноября возглавила список самых покупаемых новых кроссоверов и внедорожников. Спрос на модель в сравнении с концом осени 2021 года вырос почти на 80%. Второе место досталось Cherry Tiggo 7 Pro, третье – Niva Legend. В топ-5 вошли также Havail Jolion и Geely Colray. Вторую пятерку составляют практически одни китайцы – Cherry Tiggo 4, Havail F7, Geely Atlas Pro и Geely Tugello. Трасса 101. Ближе к концу 2024 года АвтоВАЗ собирается наладить серийный выпуск нового автомобиля B-класса. На самом заводе этот проект окрестили «Новый Грант», и хотя речь о втором поколении народной легковушки вроде как не идет. Конкретики пока мало. Руководство предприятия декларирует две цели – сделать новую машину привлекательной в первую очередь для молодежи, а во-вторых, предложить за нее невысокую цену. Ранее АвтоВАЗ обещал в 2025 году начать производство кроссовера на базе «Лады Веста». Трасса 101. А в Поднебесной стартовали продажи обновленного седана Geely M-Grand, который вскоре может появиться и в нашей стране. Китайский ценник автомобиля вызывает большой интерес. В переводе на рубли это от 560 до 650 тысяч. Машина комплектуется 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 114 лошадиных сил, трансмиссия, механика либо вариатор. Базовая версия подразумевает наличие, например, галогенных фар, 16-дюймовых дисков, мультимедиа с 10-дюймовым экраном. Трасса 101. В России начали продавать китайский гибридный кроссовер «Аита М5». Автомобиль стоит от 4 до 5 миллионов рублей. Приводится в движение он электромоторами, а 1,5-литровый 125-сильный бензиновый турбодвигатель используется только для вращения генератора. По размерам новинка сопоставима с Jaguar F-Pace. В список опций присутствует бесключевой доступ, автоматическая парковка, камера кругового обзора, управление отдельными функциями посредством мобильного приложения. На этом все. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Трасса 101». До свидания. «Трасса 101».